Основная тема форума – юбилей Победы в Великой Отечественной, сохранение общей истории. Об этом говорили докладчики и с российской, и с белорусской сторон. Обсудили и экономическое сотрудничество между государствами. Внешнеторговый оборот с нашей областью в прошлом году превысил 110 миллионов долларов. Для нас наиболее интересные, если говорить об отраслях экономики, взаимодействия – это строительство. Белорусские строители в областном центре, в городе Курске, уже не первый квартал строят жилой застройки. Курские аграрии наращивают выпуск семян. И наши семена, пшеницы и других сортов зерновых, они активно покупаются. Это, наверное, только самый малый спектр взаимных контрактов, взаимосотрудничества между Курской областью и Республикой Беларусь. Мы рассчитываем на укрепление и дальнейшее расширение этих контактов. Их закрепит подписанное между регионом и Республикой Беларусь соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.